У саровчан есть возможность сделать посильное доброе дело и помочь мобилизованным гражданам. В Центре социального обслуживания открыли пункт приема необходимых вещей для солдат. В этот перечень входят средства личной гигиены – шампуни, мыло, зубные щетки и пасты, антибактериальные гели, влажные салфетки, предметы быта – термосы, спальники, фонарики, туристические коврики, кнопочные мобильные телефоны. Может включаться лекарственные наборы. Лекарства должны быть со сроком годности, естественно, не менее 3 месяца ко дню реализации. Ну, в большей степени требуются перевязочные бинты, жгуты, обезболивающие, противовирусные препараты. По наименованию никаких ограничений нет. Также можно принести теплые вещи на холодную погоду. Свитера, камуфлированные костюмы, носки, шапки, балаклавы. Одежда обязательно должна быть новой. Продукты питания не принимаются. Акцию проводят совместно с организацией «Дом народного единства» Нижнего Новгорода, куда потом и направятся коробки, собранные гуманитарной помощью. Мы принимаем только вещевую помощь, но у Дома народного единства открыт расчетный счет, на который все желающие, в том числе жители нашего города, имеют возможность отправить финансовую поддержку и помощь. Расчетный счет также располагается, наименование расчетного счета также располагается на сайте нашего учреждения. Помочь мобилизованным могут также рабочие и учебные коллективы, учреждения города и коммерческих организаций. Вещи принимают в Центр социального обслуживания по адресу улица Шверника, 11, с 10 до 8 часов вечера ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Подробную информацию можно получить по телефону 6-94-39. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.